Сегодня готовим закуску с крабовыми палочками. У меня обычные крабовые палочки и крабовые палочки в виде креветок. Слоеное тесто нарезаю тонкими полосочками, примерно 1,5 сантиметра. Крабовые палочки оборачиваю полосочками теста. Ну а теперь креветки тоже оборачиваю слоеным тестом. Перекладываем закуску на противень, застеленный пергаментной бумагой. Теперь взбиваю немного желток и смазываю тесто желтком. Посыпаю семечками, у меня льняные, подходят также и кунжутные. И отправляю в разогретую до 200 градусов духовку минут на 10-15. Друзья, смотрите, какие красивые румяные кучеряшки. Ну что, пирожки готовы, давайте скорее попробуем. Так быстро их приготовила. Ну супер. Ну это для всех тех, кто любит крабовые палочки. Ребята, здорово. Обычно я делаю блинчики с крабовыми палочками, а тут теперь пирожки. Быстро, вкусно, просто. Прошу к столу и приятного вам аппетита.